Министр труда и соцзащиты Антон Котяков посетил социальные учреждения Ульяновской области. Визит начался с центра реабилитации «Подсолнух». Специалисты центра с 2001 года помогают детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья. Медицина в этом центре соседствует с творчеством и садоводством. Министр и глава региона навестили ребят в гончарной мастерской. А затем коллектив «Подсолнуха» вместе с юными помощниками похвалились высоким гостям выращенным урожаем. Трудолюбивые подопечные угостили Антона Котякова и Алексея Русских вареньем и соками из местных даров лета. Специалисты не собираются бросать молодежь после совершеннолетия. Для дальнейшего патронажа они создали новый проект под названием «Квартал Подсолнух». Эта программа разработана для взрослых людей с инвалидностью. Об этом мы с Антоном Олеговичем проговорили. Надеюсь, что в ближайшее время начнем строить целый корпус для долговременного проживания там инвалидов уже старше 18 лет до 45 лет. Дальше в проекте строительство мастерских, где они могут заниматься трудовой деятельностью. Ведь не секрет, что многие из тех, кто заканчивает там реабилитацию 18 лет, они не все устраиваются на работу. Здесь будет создан целый такой кластер, где они могут продолжить свою трудовую деятельность. Первые лица посетили центр реабилитации «Исток». В этом учреждении поправляют здоровье и с пользой проводят время взрослые ульяновцы. На базе «Истока» есть спортивный зал и сенсорная комната. У посетителей есть возможность найти занятия по душе. Федералы планируют финансировать проект по долговременному уходу за пожилыми людьми. После визита Антон Котяков поделился впечатлениями. Со своей стороны я увидел сегодня максимальный эффект, который достигается от той поддержки, которую федерация оказывает субъекту. И мы в перспективе на следующий трехлетний период уже в бюджете предусмотрели объемы финансирования как на реализацию системы долговременного ухода, пилотную реализацию на территории Ульяновской области, так и расширение перечня объема средств на поддержание программы по социальным контрактам. Министр обратил внимание и на техническое развитие в сфере соцзащиты. Чтобы специалисты работали быстрее и эффективнее, необходима цифровизация документов. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.